предложение сегодняшнего дня. Лучший, единственный в мире препарат, который помогает предотвратить развитие остеопороза, который заботится о наших связках, о наших хрящах, о наших суставах и мышцах. Это Остеомед Форте сегодня получил скидку 43%. И создан этот продукт именно российской компанией Парафарм, которой более 25 лет известна на российском рынке. Компания Парафарм – это полного цикла производства, который имеет уже 455 зарубежных и российских патентов. Таким количеством похвастаться не может ни одна компания. И это признание во всем мире. И самое главное, что компания Парафарм, именно Остеомед Форте и Фемаклим победители в категории «Бренд года» и являются еще и лучшими товарами, входят в 100 лучших товаров России. Сегодня с нами, кстати, Дмитрий Геннадьевич, а сейчас вы видите золотую медаль президента России за значительный вклад в подготовку Олимпийских, зимних и Паралимпийских игр. Золотая медаль, которую вручил сам президент Российской Федерации компании Парафарм. Ну а эксперт от бренда и генеральный директор компании Парафарм Дмитрий Геннадьевич Елистратов сегодня с нами. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Смотрите меня, пожалуйста, сегодня очень внимательно. Особенно я прошу женщин смотреть, потому что это касается в основном каждой женщине. Костные заболевания преследуют женщин на протяжении всей жизни. То есть вот даже вот по девочкам мы видим, что если ребенок использовал 2 раза в год антибиотики, то вероятность развития артрита у них вырастает более чем в 3,4 раза. Женщины наиболее подвержены костным заболеваниям. Почему? Потому что у них очень мало тестостерона, основного анаболического агента, который способствует рождению клеток кости. И в процессе жизни у женщин эта костная ткань подвергается кариесу, точно так же, как и зубы. В костной ткани образуются полостные образования. Вот профессор Струков исследовал более 10 тысяч пациентов. Представляете, ну, он исследовал все известные в мире средства для восстановления костной ткани, для лечения артритов, артрозов, пародонтита, пародонтоза, для остеопороза. Но что его не устраивало? Он обнаружил, что костная ткань подвергается, говорю, кариесу точно так же, как и зубы. Вот посмотрите на снимки. Вот эти полостные образования, в которых отсутствуют клетки кости. Вот это нормальная кость. Да, вот нормальная кость. Даже гиперминерализация, когда говорят, что кальция много в кости. Ну вот это полостное образование. Вот видите, черного цвета точно так же, как вот мышцы. Нету здесь костной ткани. Вот полостное образование. Это даже ставит диагноз остеопения, а перелом вот так вот идет. Вот так вот идет перелом. Вот это уже махровый остеопороз, где вот практически во всех местах отсутствует костная ткань, и перелом может произойти и так, и так, и вот так вот произойти, и так произойти перелом. Вот отсутствует структура костной ткани. Вот это позвонки, видите, тоже разрезаны структуры. В этих полостных образованиях нет клеток кости и нет кровеносной системы, которая бы питала оставшиеся клетки. Вот в этом все основная проблема-то и возникает. Вот посмотрите. Струков, когда проводил исследование, говорю, более 10 тысяч пациентов, он брал самые тяжелые случаи. Вот здесь вот Вера Афанасьевна, 79 лет, системный остеопороз, тяжелая форма. Она несколько лет до Струкова использовал препараты кальций, витамином D3, но она получила отрицательные действия. Вот я всех женщин прошу это, расскажите своим дочерям. Многие знают, что для здоровья костной ткани нужен кальций, и начинают использовать препараты кальция с витамином D3, но они себе больше вредят. Почему? Потому что этот кальций у них не попадает в костную клетку. Вот в чем противоречие препаратов кальция с витамином D3? Потому что они противоречат физиологии человека. Главные постулаты развития костной ткани следующие. Клетка кости, она живет по принципу ракушки в море. То есть человек пришел на эту землю последним. До нас тут 500 миллионов лет были другие живые существа, и Господь Бог уже отрегулировал все эти механизмы. Так вот как живет ракушка в море? Она берет кальций и фосфор из воды, соединяет вместе и выделяет наружу в виде гидроксиапатита кальция. То есть вот так вот растет эта ракушка в море. Тот же самый механизм использует и клетка кости. Она берет из крови кальций и фосфор, соединяет вместе и выделяет наружу в виде гидроксиапатита кальция.
И вот когда клетка кости рождается, она в течение 14 дней вот набухает кальцием, увеличивает 100 раз свой объем и занимает все отведенное ей пространство, это, ну, которое ей расчистили остеокласты. И вот так вот костная ткань живет. Она живет, клетка кости, 6 месяцев, потом она умирает, остеокласт ее разрушает, и весь минеральный матрикс обратно поступает в кровь. Вот это цикл жизни клетки кости. И если клетка кости не рождается, то препараты кальция с витамином D3 кальцинируют мягкие ткани. Вот самое важное, говорю, для нас, это родить клетку кости. И Струков Велур Иванович, вот наш доктор медицинских наук, профессор, автор многочисленных учебных пособий для студентов и для врачей, он показал, что вот он создал такой препарат, как остеомед, который способствует рождению новых клеток костной ткани. А как принимать? Сколько вот нужно принимать? Если мы говорим уже, когда все плохо, то 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером, это под язык, это лучший способ приема. Если мы объединяем остеомед вместе с селенбио, селенбио что дает в остеомеде? Он повышает чувствительность клеток к тестостерону. Клетки костной ткани, ну, как вам сказать, лучше делятся. Вот остеомед рождает клетки костной ткани. Селенбио улучшает рецепторы клеток к тестостерону. А питонус дает возможность питать клетки кости. Поэтому наш остеомед нужен всем, кто хочет прожить долгую жизнь. Угу. Понимаете как? Наш остеомед дает возможность продлить качество жизни. Он укрепляет костную и мышечную ткань. Вот этого нет ни одного остеопротектора в мире. Вот это нужно знать. Понимаете, да. Мы превзошли все западные компании. Мы обошли всемирные концерны в своих исследованиях. Мы впервые в мире доказали, что костная ткань может восстанавливаться. И восстанавливается. Этому да. Сотни подтверждений. Я хочу отметить, это главное предложение дня. Всего за 1299 рублей вы получаете 2 упаковки по 60 таблеток. Принимайте 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером под язык. А при покупке от 3999 рублей у вас будет еще и подарок. Это мезивит для пищеварения. Делайте свои заказы, делайте свою первую покупку. При оплате онлайн-банковской карты будет еще 5% скидка. Если вы хотите, чтобы ваши кости, связки, суставы, позвоночник были здоровы и иметь долгую активную жизнь, пользуйтесь продукцией именно компании «Парафарм».